И что сегодня? Тыква? Хэллоуин уже прошел, у меня нет тыкв. А хотя... Не настоящая, надеюсь, в счет. И что мне должна дать стеклянная тыква? Ладно, возьму ее с собой в школу, может, там способность появится. Привет, Сара. Привет. Это что, ты Хэллоуин проспала? Нет, мне сегодня выпала тыква, и она должна дать мне какую-то силу. Но я пока ж не знаю, какую. Может, читать мысли? Попробуй читать мои. У меня недавно были наушники, и они позволяли мне читать мысли, значит, тут будет что-то другое. Дети, сегодня у вас контрольная. Вы не предупреждали. Предупреждала миллион раз вообще-то. На ваше счастье, она в виде теста. Может, тыква приносит удачу? Буду выбирать все ответы, не думая. Как всегда, в принципе. Я все. За 10 минут? Да, я уверена, мне должно повезти. Ну, давай посмотрим. Так, поздравляю, тебе явно повезло. Правда? Тогда надо лотерейную купить. Ага, повезло, только наоборот. Ни одного правильного ответа из 20 заданий. Это просто нонсенс. На тебя даже теория вероятности не подействовала. Чертова тыква, а я тебе доверяла. Ну, что ты еще можешь делать? Можешь мне тебя на голову надеть? Не лезет. Ты что делаешь? Привет, Пит. Я хотел позвать тебя на прогулку, но я, наверное, не вовремя. Нет, самое время. После школы? А, да. Слушай, ничего плохого не хочу сказать, но странно выглядит то, что ты весь день таскаешься с этой тыквой. Да, ты прав, давай занесем ее домой. От нее все равно никакого толку. Слушай, а тут рядом нигде мороженого не продается? Нет, вроде. Блин, что-то так захотелось малинового. Что?